Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, соответственно, сегодня уже понедельник, и мы забираем награды. Так, Лига Мастеров, 3 звезды, друзья мои, и 9600 сюриков. Микеланджело классический, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, сегодня мы переводим персонажа. И тут у нас, друзья мои, выбор не очень велик. Кто-то просил, чтобы я поднял Джастина в платиновый ранг. Кто-то просил, чтобы Микеланджело ролевой. Так, Донателло фильм. И последний, по-моему, это Микеланджело классический. Кто-то даже просил поднять кошку и мутагеноида. Ну что, друзья мои, давайте тогда мы с вами, наверное, сделаем следующим образом. Выберем на этой неделе Джастина. Да, как-то не странно, ребята, но Джастин у нас переходит в платиновый ранг. Я на него очень был, как говорится, огорчен, но вы просили, мы перевели. Ну что, друзья мои, бежим с вами в магазин, открываем бесплатно пак. Смотрим, что нам здесь выпадет. Мутагеноид, окей. Так, сегодня будем бустить. Так, забираем здесь награды. Пройти серию испытаний. Давай вначале мы выполним с собой все задания, а потом пойдем на арену. Кстати, надо будет посмотреть, кто у нас на этой неделе будет разыгрываться. Если какой-нибудь классный персонаж, это будет круто. И надо посмотреть, какие будут события. Ну что, поехали. Здесь мы начнем, наверное, с кланфутовца. В минус. Так, теперь... Да что ж ты... Консервную баночку давай-ка заклепаем с тобой. Опа. И последний ханурик. Минус. А здесь у нас Бибоп, Рокстеди, Кланфуд и, как мы видим, мелкие маузеры. Ну что ж, Тарфель даже не смог его забомбить. Ну хотя бы с этим справился. Так, добиваем, короче, Рокстеди. И переключаемся с тобой на Бибопчика, на нашего. Так, да чтоб тебя, а? Ты посмотри, как хильнул. А ну-ка давай замедлим его для начала. Теперь швырнем ракеты. Надо же, маузер выжили. Так, минус Бибоп. Минус маузер. И второй тоже маузер погиб. Ну что, друзья мои, это все делается для того, чтобы, естественно, получить награды. А свою роль здесь не играет, это ничего. Ну и заодно мы с тобой проходим как бы смятение из другого измерения, чтобы нам попроще было в дальнейшем. Так, ладушки, забрали награды. И продолжаем с тобой искать на нашу карайку нужные нам элементы. Так, нам нужно найти с тобой три джойстика. Давай попробуем здесь. Ага, один нашли. Второй и последний. Давай, пожалуйста. Есть. Отлично. Так, теперь уже 10... шляп с напитками. Где бы лучше искать-то? Наверное, вот здесь, потому что тут, я больше уверен, будет выпадать тыква. А здесь, как всегда, будут выпадать нам черные очки. Это, видимо, для Хана. Так, одну шляпу нашли. Только лишь одну. Ребят, ну я говорю, будут выпадать очки. Две шляпы. Ну и что, и все, что ли, на этом? Две шляпы и будь здоров? Ну, походу дела, так и будет. Три шляпы с напитками, ребята, у меня очень мало осталось телепортов. Слушай, их нужно покупать на самом-то деле. За голду. А денег у нас... Кстати, денег у нас хватает, поэтому телепорты я, ребят, приобретаю. Сразу 250 штук, чтобы нам надольше хватило. Так, поднять уровень персонажа. Давай посмотрим, сколько у нас, во-первых, мутагена. Всего-то 2000, ну, ребят, ну это никуда не годится. На одного персонажа, я надеюсь, хватит хоть. Да, это на Рокула. Забираем здесь остатки и переходим, ребят, с вами на арену. Но сначала я зайду в магазин. Так, тут у нас все тихо. За монеты. За монеты вы просили прокачивать Донателло Космос. Поехали, будем прокачивать именно его. А теперь я хочу посмотреть, что у нас. Ну, я уже вижу, ребята. На арене у нас будет Рафаэль. Классика. А по испытаниям ярость Рафа,
и борцы с преступностью. Вот здесь-то как раз я и должен получить последнее ДНК на Кожеголового. Ведь его мы с тобой, да? Прокачать все никак не можем. Если я не ошибаюсь, именно на него нам не хватает одного ДНК. Я сейчас, конечно, проверю. Лишний раз надо убедиться в этом. Да, даже не одно, а два ДНК. Возможно, сегодня даже мы попробуем пройти это событие. Ну, а пока по традиции мы с тобой идем на арену. Фух, надеюсь, у нас получится с тобой буст. Давай попробуем найти 11-11 и уже сразу находим. И первый, кто у нас выходит, это Педро. Но знаешь, в чем прикол? У них здесь 20 уровень, а у нас не ниже 40-х. Вот так вот. И это круто, потому что мы сейчас будем с тобой очень быстро двигаться вперед. И я надеюсь, что мне дадут сразу же каких-нибудь максимально высоких персонажей. Так. Давай-ка мы с тобой уничтожим Бибопчика. Окей, Пита теперь. Ну и нейтрализатора. На тебе. Шикарненько. Ну, сам понимаешь, идеальная победа. Тут по-другому и быть не может. И сейчас, кстати, мы посмотрим с тобой, будут ли они давать мне выше 20-ки или же нет. Так, 82-я позиция, это плохо, ребят. Так, 11-12 уже вижу. Это Декан. И, как ты видишь, уровень, друзья мои, не меняется. Все равно 18-20 идет. Ну что же, для меня это, конечно, хорошо. Для противника это плохо. Потому что, ну, ему со мной здесь, ну, просто никак, ребят, не справиться будет. Ну что, поехали с массовой атаки начнем. Кролики мои сейчас вжарят. Ох, ничего себе. Просто одного залпа было достаточно, чтобы они все рассыпались. Окей, двигаемся с тобой дальше. Очень быстро мы с тобой идем. Опа, вот здесь косяк. Ребята, смотрите, мы с тобой не перешли даже на воин 3 звезды. Интересно. Так, хорош выпендриваться. Давайте мне 11-12. Вот. Тут у нас фамилия даже какая-то. Ну давай возьмем фамилию. Фиксим. 21 уровень и 20. А у нас 40. Так, сегодня мы здесь набьем с тобой много мутагена. Поэтому, ребята, будем тратить, как обычно, на наших слабых персонажей. Будем их прокачивать. Так, ну здесь, наверное, я все-таки начну с Леонардо. Надо его ушатать как можно быстрее. Бросим туда баллончик. Так, минус двоечка. И давай вот так вот сделаем. Я этот удар просто давно не применял. И мне вот очень нравится. Он, конечно, не массовый, но по силе атаки он очень хороший. Удар локтем с аймрейсинга. Ну что же, двигаемся дальше, ребята. Так, воин 3 звезды. Позиция у нас 44-я. Окей. Так, а теперь дадите мне что-нибудь там. Вот. Соловьев. Соловьев собственной персоны, да? Ну что же, давай приступим. Так, где у нас тут? Раз, два, три, четыре. Слушай, у нас очень много персонажей 40 уровня. Кстати, а еще, по-моему, больше 50-го. Давай, Рафаэль, ролевик, начинай. Вот ему бы прокачать этот удар, было бы вообще имбово. Есть. Ну что же, двигаемся дальше. Значит, у нас теперь с вами будет цель. После того, как мы прокачаем Карайку именно по скиллам, мы будем потом уже, ребят, когда подтянем своих слабеньких, прокачивать Джастина до 90 уровня. Так, ну что, мы с тобой в элите. Пока одна звезда. А дадут мне, например, 13-14, нет? Было 12-14. Вот так вот, берем. Блин, он даже еще на 30 уровень не перешел, прикинь. То есть мы уже с тобой ближе к 50-м двигаемся, а он все еще там на 25-29 уровнях пляшет. Как хочешь, не хочешь бустовать. Твое дело. Поехали. Так, давай-ка битами отдубасим Дони. Шикарненько. Так, теперь Леонардо. Гранаты бросай. Опа, минус Лео. Куда ты прыгаешь на моего Пита? Ну-ка давай. Ох, ёк-макарёк. Ребят, мы даже железноголового не смогли забомбить. В чем проблема-то? Да хорош, что отвали от него, а. Рафаэль оригинал совсем образел. Ты видел, да? Он собирался, ребята, ушатать мне Пита. Но, естественно, у него не получится. Потому что 20 уровней разница.
Ну что же, элита 2 звезды. Ранг 87. Чувствую я, ребят, мы с вами на 3 звездочки не перейдем после этого боя. Опачки, 13-15, Сабина. Отлично. Ну что же, они уже 33 ранг имеют, как ты видишь, а мы с тобой все равно 44 и 45. Скоро у нас пойдут 50 уровни и все, ребят. Там пускай он сушит весла, потому что будем разбирать их с полтычка. Сами видите, я думал, что они будут бустовать от того, что у нас персонажи как бы сильные. Ох ты, караечка, со своей инициативой неплохо. Давай, иду. А, Донни нет. Донни будет вот сейчас только бомбить. Отжигай, родной. Постепенно повесил, красава. Кожеголовой, твой выход. Так, ну Эйприл по любаську упадет. Давай вот так вот сделаем, шар. Ты течешь, все. Ну, Кожеголовый, надеюсь, сегодня мы на тебя найдем все-таки 2 ДНК. Мы сможем пройти и прокачать тебя. Ну, а нет, ребят, смотрите-ка. Перешли, но вот теперь, чтобы перейти в самурай, нам нужно, скорее всего, сделать 2 поединка. 13-15, это пока максималку мне дают. 13-15. То есть 14-15 вы мне не дадите, судя по всему, да? Не хотят. Ладно, придется соглашаться. 33-й максимальный уровень у противника. А у нас с тобой 45-й. Плюс еще наш Шреддер классический, который перешел в золотой ранг, но, к сожалению, пока не прокачанный. Так, ну что ж, давай сделаем, наверное, массовую атаку. Кстати, вот такая слабая она у него, да, у Майки Космоса, потому что она, по-моему, первого уровня. Хотя тут вжарил он не слабо. Вызываем дурачков с другого измерения. Сразу троих ушатали. И бомбочку бросает Майки ролевой. Ой, оригинал, конечно же. Ну вот. Чего тут можно было ожидать? Другого, конечно, ничего, потому что у них даже, ребята, шанса нету. Ну, а как я тебе и говорил, здесь придется сделать 2 поединка, чтобы перейти в Лигу Самураев. Слушайте, ну дайте мне повыше-то ранг. Чего вы жметесь-то? Все 13... О! Видел, ребята, 13-16 здесь было. Вот, отлично. Это у нас Аксель. Это у нас Аксель. И, кстати, уровень уже здесь 37-й. Он уже двигается ближе к 40-м. Ну, а мы с тобой ближе к 50-м. Даже уже, наверное, чуть больше. Ну что, приступим? Так, здесь, наверное, начнем с Макмана. Тресь защелкнули. Так, сможешь пробить его? Да, конечно. Давай массовую атаку. Отлично. Так, Крэнк, ушатаешь кого-нибудь хотя бы, а? Хоть одного, урони, пожалуйста. Нифига себе, одного, он троих ушатал. Что-то я его недооценил немножко здесь. Думал, что он просто ранит их. Но, как видишь, ракетки сработали нужным образом. Так, ну что же, вот мы наконец-то и в самураях. Пошел наш отсчет. 13-16. А 14 по-прежнему не дают нам. О, было, кстати, 14-17, ребята, видел. Но поздно спохватился. Значит, все-таки можно получить. Давай тогда. Вот, ребята, это у нас Богдан. Слушай, Богдан у нас тоже часто выпадает. Может быть, конечно, не тот же самый. Но он появляется периодически у нас в боях, в поединках. Так, командочка у них неплохая. Самый опасный здесь в данный момент Бибоп. Ну хорош, он еще усилил атаку. Молодец, блин. Какой ты молодец. Так, либо провокатор. Не, давай массовую сделаем. Жух. И никто не упал. Слушай, если мы с тобой сейчас Эйприл не ушатаем, она же захиляет команду. Упс. Да хорош ты. Ты посмотри, что творит, а? Да отвали... Блин, на Эйприл прыгает, точно. Неужели мы ее сейчас потеряем? Этот хиляет. А ну-ка, Донни, давай-ка. Это все равно фигня, во. Так, минусанули одного. Нам нужно вот этого, наверное, ушатать, Криса Брэдфорда. А тот от постепенки отдуплится. Хотя мы его и так завалим.
Слушай, ну я немножко пожанулся, потому что Эйприл у нас могла, ребята, упасть. Видишь, как они выбирают слабого персонажа и начинают его бомбить. Раз за разом, пока тут не погибнет. Так, ну что же, а мы в самураях 2 звезды. И опять нам придется 2 поединка с тобой здесь сыграть, чтобы перейти только на 3 звезды. Слушай, 14-17. Слушай, неплохо. Во, еще лучше. Спирос. Какие вы интересные никнеймы себе придумаете. Спиросы всякие, вирусы. А здесь я возьму Зека. Друзья мои, ну вы понимаете, да? У нас еще много 50-х уровней, а у него уже 42-43 идет. И мы знаем их фокусы с этими прокачками, нечестными причем. Чего? Ну ты Зек даешь. Просто с одной своей бомбочки уложил 3. Рокстеди, штаны потяни, у тебя вон хвост виден. Почти задницу свою оголил. Ну-ка, какая там, 45-я, наверное, будет, да? 39-я, шикарно. Я сейчас попробую все-таки, ребят, наверное, вытянуть. Так, 14, вот. Юг. Или Джук. Я не знаю, кто он там. Жук навозный, наверное. Раз, два, три. 4. И подстраховка у нас будет здесь... Карайка. Ну что, давай, родная моя, твои кунаи нам сейчас пригодятся как никогда. Влупляем. Опачки, минусанули одного. Вот так, теперь здесь, наверное, сделаем вот так вот. Минус шреддер. Так, вот, наверное, вот этим вот выстрелом сделаем. Е. Холодильничек брось, пожалуйста, Рафаэльчик. Нате. Блин, Донни, ты что такой живучий-то? О чем мы удивляемся? Они всегда, ребята, живучие, эти донателлички, да? Если у нас Микеланджело очень быстрый, то Донателло самый живучий. А, по-моему, Леонардо самый сильный. И вот у нас самурай 3 звезды. То есть, идем с тобой к сёгунам. 14-18. Вы что-нибудь дадите мне, может, посерьезнее там? 14-19, не? Не хотите? Ладно. И тут у нас Грег в ванне с пеной. Малыш там сидит. 45-е, у меня до сих пор еще 50-е. Мы, наверное, с тобой замучимся переводить именно 50-е ранги на 60-е. Мне кажется, вот так вот это будет выглядеть. Интересно, Ванюшка справится? Знаешь, чего я боюсь? Что у Ваньки инициатива слабенькая. Хотя, по сравнению с 45-ми уровнями, он должен бомбануть первым. Ну-ка. Мало того, что бомбанул, он еще и всех уложил. Вот так вот, друзья мои. Идеальная победа, и мы двигаемся дальше. Слушай, быстро мы с тобой идем. Аренка у нас пролетает только шорох. 45-я позиция. Так, 15-19, как ты видишь. И я возьму, наверное, здесь Инну. Будем с нашими, да, с русскими воевать. Предпочтительно. Так, подожди, ты куда ты лезешь? Ну что, Джастин, не подведешь меня на этот раз? А то ты до этого очень был, как говорится, не лояльным, не актуальным, не шише. Так, Лапекс, давай. Я знаю, что это слабая атака у тебя, но все-таки она будет массовой. Шух. Ну, неплохо, в принципе, ребят. Ты смотри, у Джастина, ребята, очень слабая инициатива. То есть он ходит даже после Монда Гека. Массовая атака, пошли. Ох ты! А ну-ка, пилотируй. Замечательно. То есть у Лапекс и у Мунда Гека, несмотря на то, что у них 45 уровни, инициатива больше, чем у Джастина 80-го. Вот почему он тогда, в принципе, и проигрывал. Так, ну а мы с тобой уже в Лиге Сёгунов, 95-я позиция. Так, 15-19. Ну да, это, наверное, максималка и помело. Помело у нас здесь, ребят. Не помело, а помело. Так, 60-й уровень здесь. И, наверное, возьму Железноголового. Опять же хочу повторить, что у Железноголового инициатива очень маленькая. Поэтому рассчитывать, что он сейчас будет ходить первым, шансов очень мало. Видишь, о чем я и говорил. А майки, так как они самые быстрые, естественно, ходят первыми. Ну-ка, влупи им. Конкретно бомбанул, да? Еще и свой брейкданс там пляшет.
Ну что же, перейдем мы сейчас с тобой или нет? Какой мы перейдем? Мы сейчас только 45-ю, наверное. О, 55-я позиция. Затягиваются, ребята, поединочки, затягиваются. Теперь приходится по два, даже три боя проводить, чтобы перейти. Давайте мне кого-нибудь из наших. Никого не хотите? Не дают. Ну тогда возьмем с тобой Флавию. Лео, пора тебе выйти. Так отойди. Раз, два, три. Четыре. Хотя здесь можно было бы даже, наверное, Леонардо и не брать. Они самодостаточные бойцы и сами бы здесь справились. Ну, у Леонардо, понятно, инициатива не очень мощная, но, ребят, все-таки ходит он здесь самый первый из всех вот наших персонажей. Если бы здесь был бы Зейк, Хан или Майки, то, конечно, бы он после них. Я уже молчу про Усаги вместе с Армагоном. Так, и это только лишь 11-я позиция, ребят. Только лишь 11-я. 15-20, замечательно. Опять помело. Ну что же, тут, ребят, уже нет смысла кого-то брать еще сильнее, потому что эта команда уже пошла полутоповая. 71-й ранги, так что сам понимаешь, да? Раз. Теперь сделаем вот так вот. Это два. И, ага, добить-то не получится. Давай-ка, Змей Ковен, добивай всех. Все. Мне даже почему-то кажется, что мы с тобой... Хотя нет, должны перейти. Должны перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Мы постараемся с тобой это сделать. Правда, бойцов у нас очень-очень уже мало. Их можно по пальцам пересчитать, но нам нужно сделать сколько с тобой? О-о-о! Три поединка. А у меня не хватит бойцов на... Три боя-то. Почему так сложно начало, ребята, у нас бустовать, а? Кто-нибудь может мне это объяснить? Я, например, не могу понять. Раньше мы с тобой заходили, чуть ли даже было не до Лиги Сёгунов, даже до Лиги Мастеров. Я прекрасно помню те моменты. А сейчас мы с трудом с тобой доходим до Лиги Сёгунов 3 звезды. Что изменилось? Сложность игры или много народу стало играть? Да, слушай, ну нам нужно еще один бой с тобой сделать. Вот 16-21. Одного бойца нам придется с тобой взять с запаса. Там 30 ступенек, да, не хватает, чтобы перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но я думаю, ничего страшного в этом нету. Погнали. Так, шикарно. И шипы. Вот и все, вот и песенка спета. В общем, одним словом, мы с тобой сегодня отыграли эту арену. Я думаю, что не очень, конечно, хорошо, но и неплохо. Это наш, как говорится, стандарт. Лига Сёгунов 3 звезды. Это без откатов, ребята. Это мы не брали каких-то новых персонажей. Как говорится, одной заходкой. Ну что, у нас с тобой сколько мутагена мы накопили? 15 тысяч. Ну-ка, си, давай. Поехали. 45-й, это максимальный, друзья мои, 45-й уровень. Дальше не можем понять, потому что у него не позволяет ранг. Леонардо Видение. 43-й, больше не хватает мутагена. Окей. Так, ну что у нас тут? Все по-старому. Все по-прежнему. Так, мне еще надо будет осколки набить. Ну что, друзья мои, борцы с преступностью. Вперед, как говорится, до кожи голового. Там еще, кстати, слэш есть. И, кстати, довольно неплохую команду дали. Единственное, чего мне здесь не хватает... Так, подожди, что я делаю? Мы обычно с тобой на автобой ставим, и все, ребят. Единственное, кого мне здесь не хватает, это, наверное, еще одного хила. А так, ты посмотри, у нас с тобой раз, два, три, четыре. Четыре персонажа, которые имеют массовую атаку. Плюс провокатор и один хиллер. Один хиллер и массовик, это у нас, конечно же,
Супер Шреддер. И самое удивительное, что Армагон вместе с Супер Шреддером стакают себе броню. Это, конечно, круто. Ну что же, погнали. Так, Кирби-мышь мы получили. Теперь идем за ДНК на Тимати. Или пульверизатор, как его величать. Так, что я делаю-то опять? У нас же автобой, тут 20 уровень, ребят. Тут можно вообще не волноваться. До где-то ближе к концу уже, наверное, будем все-таки ручной режим брать. А сейчас они тут будут их всех кромсать налево и направо без каких-либо проблем. Сам понимаешь. Так, и последняя, третья волна. Вот он, кожеголовый. Эх, сегодня перейдет в золотой ранг. И надеюсь на это. Главное выбить ДНК. Нет, мы там получим с тобой одно ДНК, но одно ДНК это мало, нам нужно два. Или же там за победу дают два ДНК. Вот не помню я. Если два дадут, то это вообще шикарно. Так, Макмен. Объясните мне, ребята, одну вещь. Почему Макмен, вот помнишь, да? Новый комикс у нас в Черепашках Ниндзя Безумные мутанты. Когда Макмен дрался с этим, с крысиным королем, с какого перепуга у него там какой-то слизень сидел на спине и помогал ему. И, кстати, когда мы с тобой проходили по лузу, да? Это авторский, так скажем, авторская игра одного человека, который всех персонажей объединил в одну. И там тоже был Макмен с этим червяком. Я не могу понять, что это за червяк. Он вообще был в каком-то мультике или это придуманный? Я просто вижу, что здесь Макмен ходит один, без какого-то слизня. Или же там все-таки не Макмен. Нет, по-моему, там Макмен, потому что физиономия точно его была. Но что там за слизень? Может быть, он себе нашел нового друга на помойке? Ну а что, кто с ним дружить-то станет? Никто, вот он нашел себе какого-нибудь там червя радиоактивного, с которым мог общаться. Так, отлично. Разбираем потихоньку, но уже 45-й, 40... Ага, 40-й уровень. И тут уже, как мы видим, 4 волны. А боссы здесь есть? А, тут же, по-моему, босс-помойник, да? Который будет прятаться за помойкой. Да-да-да, это именно он. Никудышный помоечный Крэнк. Мне нравится шум дождя. Я уже сколько играю, ребят, всегда говорю, что шум дождя это просто топчик здесь. На! Даже не успел, ребята, пикнуть. Просто получил люлей и отвалился. Ну что же. Мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, что у нас тут будет разыгрываться Мондогека. А, тут, друзья мои, помимо кожеголового Пит, Рокл. И, кстати, да, две ДНК ребята будут все-таки давать. Ну, как ты понимаешь, Пит, Рокл и кожеголовый — это, естественно, персонажи, которых я тоже хочу, ребят, прокачать. Так. Полтинники, я смотрю, ага. Ну, ладно, все равно разбираются пока быстро. И пока здесь 4 волны сохраняется. Давай-ка мы сделаем с тобой немножко по-другому. Чтобы все это дело шло побыстрее, мы будем с тобой массовые атаки применять. Так, а здесь что у нас? Давай шипы. Тыдыч. Двигаемся дальше. И последняя волна, здесь Армагоша будет сейчас волну бросать. И всех в минус. У Пита еще такая кондрашка, когда он падает. Ну что же, быстро, да, прошли? На одном, так сказать, дыхании. И 2 ДНК на Пита. Так, теперь 2 ДНК на Рокула. Слушай, тут и слэш у нас. Ух. Это, можно сказать, ребята, одно из топовых испытаний, где мы получаем ДНК на нужных для нас персонажей. Так, влупляем. Минус. Тут как раз, да, 4 волны, 4 персонажа сделают свою массовую атаку, и я думаю, что этого будет достаточно. Минус. Так, теперь кто у нас там? Вонюшка, наверное, будет ходить. Ага, надо вот этого убрать отсюда. И теперь Маузера. В плане, Макман, ты что, совсем, что ли, с дуба рухнул?
Успел выжить, а? Да, у нас с тобой нету, да, к сожалению. Массовые атаки. Давай сделаем так. Слабенько все это. А если так? Фигня какая-то. Есть. Волна, как говорится, смертельная нам была дана в помощь. Ну что же, мы двигаемся дальше и смотрим. Так, две дынка на Рокула. И вот, друзья мои, кожеголов. Ну, естественно, мы с тобой, наверное, попробуем все-таки пройти и последние события, да? О, грибы сейчас начнут тут. А, сейчас начнут. Жалко, нет у нас с тобой контрудара. Они опять уклонение свое ставят. Да. Так, Шреддер, давай-ка вот так вот сделаем. Отлично. Ракеты. Так, давай, наверное, бросим когти. И волну. Да что ж ты будешь делать-то, а? Посмотри. Да здесь уже поздно вам, грибочки, махать своими лапками, потому что у нас стоит постепенный отхил. И, кстати, здесь 5 волн, значит, будет босяра, судя по всему. Так, давай маузеров вызовем с тобой, чтобы быстренько с ними расквитаться. Здесь что мы сделаем с тобой? Наверное, вот так вот. Хотя, Ванька, какого там уровня-то? А, 90-го. Не, ну 90 уровень это нормально еще. Блин, ну давай укусим, наверное. И я даже не знаю, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Ай-яй-яй. Железноголовый сейчас, наверное, будет провокацию свою ставить. Блокирует нам. Ничего не блокирует. Ну-ка, влупи. Все равно слабо. Не добьет, нет. А, нет, смотри-ка, вырубил. Красавчик, Шреддер. Так, и вот она. Вот они, эти персонажи, ребята, которые мы с вами получаем ДНК на них. Так, а что я тут мелочусь? Давай сделаем с тобой суперудар. Все равно там в конце уже будет босс. Этот мусорный крен. По-другому его не назвать, раз он прячется тут. Даже видно, как он там сидит. Типа такой, да, появился. Ага, пойма, попались, типа. Да, конечно, попались. Лови валун. Жуй сухарик. Так, бросим гранату туда. Ну, я так понимаю, добивка. Все, проще простого, друзья. Так, ну что же, и у нас с тобой последний поединок. В любом случае, мы уже с тобой кожеголову сегодня прапаем. Хотя, ребята, не факт. Знаешь почему? Потому что мы с тобой потратили весь мутаген. А он нам нужен для того, чтобы перевести его в золотой ранг. Да, я что-то об этом как-то не подумал. Там нужно 5000 мутагена, по-моему. Что такое, я не понял. С какого перепуга ты выжил-то, хлыщ? Выживальщик тоже не тут. Какой тут, кстати, уровень-то? 80-й. Давай я, наверное, здесь возьму провокацию. Маузеру вперед. Крутенько. Так, ничего себе, тут 4 черепашки-ниндзя. Ого. Так, что-то не прокатило, ребят. Нам на самом деле нужно с тобой ушатывать майки. Так, давай-ка валун быстренько применяем. Есть контакт. Опять эти анималити. Анимутанты. Анималы. Упс. Слушай, еще живут. На-ка. Наверное, здесь кожеголову надо завалить. Есть контакт. И вот этого Рокула. Всем это опять. Бомж Крэнк. Бомж Крэнк. Ну, он действительно как бомж на помойке спит, ё-моё. Поехали, постепенку повесишь. Красавчик Рокзар. Что ты там? Вот за сери. На тебе ракетами. Так, бросим теперь гранату ему. Птицу счастья, так сказать. Давай хильнемся на всякий случай, ребят. Фиг его знает, что он там будет делать. Он же, по идее, может круговую волну сделать. Вон, видишь, у него тут
штучки. Хотя, тройной укус, я думаю, это крах. Да. Ну что, вот как-то так, ребята, на одном дыхании мы проходим с тобой и арену, и испытание. Сыр у нас остался с тобой? Наверное, нет. 23, можно еще, ребят, даже попробовать. Вот, вот, вот это вообще топчик вот здесь для фарма. Тьфу ты, куда я нажал-то? Давай, поехали. Опачки, видишь, 2 ДНК напита. Опачки, и 3 золотых осколка, которые мне нафиг не нужны. Но в любом случае здесь фарм идеален. Так, заходим сюда. Ну что, блин, 5000. Ну вот где я сейчас, ребята, набью 5000 мутагенов? Вот скажи мне на милости, а? Ну вот где? Кто-то сказал, что все-таки здесь дают. Давай посмотрим, у нас в данный момент с тобой. Так, сколько там у нас мутагена? Ну, 1000, грубо говоря, да? 1000, давай посмотрим. Вот я иду на арену. Блин, на арену я иду, конечно. Это мне нужно откаты делать. Так, подожди, а в магазине у нас с тобой... Чего? 1500 за 110 баксов? Да вы издеваетесь с такими ценами. Нет, конечно, ребят, я не согласен на это. В любом случае, мне сейчас мутаген вообще нигде не взять. Даже нет события на мутаген. Ну что же, тогда мы с тобой это оставляем на следующую серию. Я думаю, что сегодня все-таки мы прокачаем его. Видишь, если бы я не стал тратить на прокачку слабых персонажей, нам бы хватило за глаза. А так нет. Ну, да ничего страшного. Главное, сегодня бустанули. Набрали ДНК на кожеголову. Кстати, подожди-ка, а что у нас там по питу? Давай-ка глянем. Так, пит. Да, для него очень много ДНК нужно. Так же, как и для Рокула. А слэш? Слэш, вот он. Ребята, но зато слэш, конечно, ребят, намного оторвался от этих ребятулек. Тут нужно еще 97 ДНК. Это много. Но ничего не поделаешь, будем с тобой копить потихоньку. Ладно, ребята, будем закругляться. Я за кадром пойду набивать эти осколки. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты ниндзя.